три. Привет, ребята! Сегодня мы вот такой сюрприз открываем. И покажу, что это за печенье. И вот это вот покажу чемодан. Там одежда Лолы, которая два сделала вот такие, две одежды такие сделала сама. Ну, в следующем видео буду показывать, как эти одежды одевать. Вот это вот у нас молния. Вот такая красивая упаковка. Сейчас все мы посмотрим. Вот это вот у нас вот такая вот девочка. Просто вот так вот чуть-чуть. Просто вот так, просто вот так вот прикрепилась. Сейчас на первый наряд. Сейчас покажу ее. Можете такой сюрприз попробовать сами сделать. Если вы любите делать. Вот такой вот первый. Второй наряд. Это у нас пижамный наряд. Так. Так, маска для сна. А вот она. Вытаскивайся. Молодец, да? Каждый 10 секунд поднимаю голову, смотрю в камеру, да? Ага, о. Да-да. О, прикольно, прикольно. Это пижа... Это как Дайна ложится спать, вот так вот одевается. Следующий наряд школьный. А может... Продавать такие куколки? А, они еще крепятся на пластилин, вообще шикарно. Ну да. Да. Правда, чтобы не упало, надо крепко закрепить, потому что плохо пластилин так крепится. Так. Можно купить вот... 3М скотч двусторонний, так прикольно. Вот второй наряд, больше к этому наряду ничего такого нету. А что, какой-то домик у тебя нарисованный для них, да? Отсюда надо отойти. Ну, дом нарисован для куклы. Как дела? Ну чего стоишь? Привет, да, наемник. Ага. Так, где-то есть... А, наушники такие подходящие. Вау. Оу, прикольно. Они беспроводные, да? Ну да. Как заметили, разбито чуть-чуть окно, и вылетает сильный луч. Ну, вы, наверное, понимаете, что в Америке у нее, она живет в Америке. Калифорния? Ну да, так можно сказать. Какой же он? А, с лисичкой. Все. Мы немножко подбогатели. Так. Не хочется так много денег на открыть. А где лисины уши? Они пропали. А вот. Они упали, лисиные уши. Угу.
Наверное, из этих нарядов все. Осталось только вам игрушки показать. Это Мэр Бэйби, ее постаралась, но не получилось. Не очень это получилось. Кукла, да, кукла. Это первая часть Лол Мэр Бэйби. Только разверни, чтобы ты вот так вот, да. А, о, круто. О, вообще шикарно. А еще есть кукла одна. А еще видите, что тапки вот такие возле кровати нарисованы. А еще вот такая кукла. Она сама ее купила. Сейчас вы посмотрите, как она будет спать. Пониже чуть, пониже чуть. О, она спит у себя в домике, да? Так. Вы увидели вот такую ванну с фламинго у нее, и вот такую вот раковину, и туалет с бумагой туалетной. И лестница, в которой есть дырка. А кухни нету, да? Ну, ее вообще у нее нету. Она хочет есть ресторан. А, ну да. Dark Kitchen, она использует Dark Kitchen. Вот это вот карандаш, и сейчас она в туалете сидит. О, прикольно. Ну, мы не будем очень нам показывать, да? Она в ванне сидит. Ой. Вот это вот шкаф. Шкаф. Можно закрепить вещи, но не все поместятся так, ее. Вот это вот рюкзак, вот это вот стол, вот этот карандаш коричневый, говорила уже. Вот это вот стул, который сейчас сожжу куклу. Старалась рисовать. Так. Ну все, давайте я вам покажу вот такие печенья. Вау, прикольно, кэнди. Ага. Папа, кукис. Папа, ты попроси у кого-то из мужиков. Кэнди, это конфеты. Отвезти мне на Скадовск. Да-да, вот это, папа. Вот так вот мы этикетку оторвали от печенек. Ну и могу показать вам печенье. Кстати, я эти печенья сама делала из глины у Анны Владимировны. Давай, помогу. Как-то можно открыть. А, ну да, так. Вот такие печенья. Их почти не отличить от настоящих, только они вот так вот грымят. Да. Но мне нравится эту упаковку снять, потому что такие прикольные звуки. Кому тоже нравится, ставьте лайк это. Как-то необычно сказала. Ой, ничего страшного. Ну, а ты просто нашла такую. Ой. Ага, это для 3D куклы. Была 2D, а сейчас 3D кукла. Так, сейчас я вам покажу. Эй, где Полив? Издеваетесь, он упал? Ой. А вот он. Остальное упало ненужное. Это мое. Ну, всякое, которое нужно показать. Вот такой вот купальник. Вот так вот его надо. Ну, это я сейчас не про... И вот так вот надо, вот так вот ему, вот так вот. Но чтобы было удобно. Еще есть у нас наряд елки. Надо ее вот так вот
примерять. Еще из шарика обычного. Резиновый. Да, а еще это волосы Хардома волосы. Ну, это сестры Хардома волосы. А это из Великобритании лента за 1 фунт. А это просто у Артура, он связал из ушей синих вот такую шерсть. Да, это мои, кстати, это мои ушки, ребята. Потом они шерстные. Ну, остальное это не важно. Да. Ага, я тут пытаюсь... Пока-пока, ребят, и подписывайтесь на канал, на наш Мец Kids. Пока. Пока.